В Новом Уренгое продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня учащиеся старших классов выполняют задания по экономике. Впереди еще 8 предметов. Большой интерес подростки проявили к литературе, английскому языку и экологии. На историю заявился всего один человек. Жильцам общежития в микрорайоне Восточный необходимо переоформить договоры найма. Это потребовалось после того, как администрация города провела ревизию муниципального жилого фонда. Всем заинтересованным людям нужно обновить документы в зависимости от своей сферы деятельности. В концертном зале молодежного центра «Молодежный» 4 февраля состоится конкурс патриотической песни «Дорогами поколений». В Новом Уренгое он проходит 17 раз. Победители определят в трех номинациях. Лауреаты представят наш город в финале, который пройдет в Ноябрьске.